по центральной улице города в ярких национальных костюмах. В одной колонне – женщины в русских сарафанах и в индийских сари. Парад дружбы народов в Саяногорске уже стал традиционным событием Дня России. Курс на центральную площадку около Дворца культуры «Визит», где проходят основные праздничные гуляния. Праздник такой нужен. Мы с удовольствием здесь гуляем и показываем, чему мы учимся. Индийские танцы, например, а почему бы и нет? Танцуем с радостью, с удовольствием. Второй год подряд на празднике саяногорцев угощают национальными блюдами разных кухонь мира. Выбор на любой вкус. Немецкая выпечка, настоящий восточный плов, индийские сладости, хакасские конфеты из талгана, национальные напитки. А вообще пробовала плов. Очень понравился. Вообще все гостеприимные. Очень нужно, очень красиво, все очень позитивно. Для того, чтобы народ знал традиции других народов. Какой праздник обходится без концерта? На сцене русские кокошники сменяют папахи казаков, звучит музыка народов мира и, конечно, патриотические песни о России. Взрослые саяногорцы активно подпевают, а дети тем временем рисуют на асфальте российский триколор. Ты даешь нам в жизни крылья, как заботливая мать. Слышишь, мир, сыны России, будут с гордостью летать. В Майна тоже вовсю празднуют День России. При поддержке молодежного совета «Русала» филиал ДК «Визит» устроил для жителей концерт, на котором вручили подарки детям, победителям поселкового конкурса чтецов «Россия, Родина моя». Для гостей праздника выступили творческие коллективы и юные дарования поселка. День России символизирует собой единство народа и ответственность за всю страну в целом. Также за то место, где мы все живем, в городе Саяногорске, в поселке Майна и Черемушки. И здесь же мы должны сделать так, чтобы наши дети чувствовали себя защищенными и могли расти счастливыми, добиваться успехов и своих целей. Завершился городской праздник хороводом дружбы народов. По мысли организаторов торжества, в нем каждый должен почувствовать силу единства, от которой зависит будущее и Саяногорска, и всей страны. Анастасия Тарбаева, Виталий Ломаковский, Нота Бене.